Представься, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Аркадий Епаров, я представляю компанию Ilama.ru. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, чем вы занимаетесь сейчас. Компания Ilama – это сервис для автоматизированной работы с контекстной рекламой. Можно в одном окне создавать рекламные кампании контекстные и запускать в различные контекстные системы. Яндекс.Директ, Бегун и в Google AdWords. Но сервис позволяет работать в автоматизированном режиме с контекстом, упрощать себе работу и делать рутинные операции за счет какого-то обученного робота. Как вы считаете, какие сейчас тенденции на рынке развития контекстной рекламы? Но основная тенденция – это как раз автоматизация, потому что сейчас рекламодатели дошли до того уровня, что стремятся максимально извлекать пользу и автоматизировать различные бизнес-процессы, в том числе и управление контекстом. Но в связи с этим сейчас развиваются активно сервисы по автоматизации. Ну, например, это Ilama, также есть ряд других различных сервисов. Например, завтра у нас будет доклад, посвященный обзору таких сервисов, где мы будем рассказывать о возможностях, преимуществах, о том, чем полезны эти сервисы для работы. Доклад будет завтра в секции «Контекстная реклама», которую ведет Борис Омельницкий, с 10 утра. Доклад будет посвящен как раз обзору таких систем. Ну, вести его будет Алексей Довжиков, генеральный директор нашего сервиса, сервис Ilama.ru, известный эксперт в сфере интернет-маркетинга. Ну, какие-то вы сейчас выделите нам уже замечательные сервисы необычные? Ну, сейчас очень много сервисов развивается. Сейчас такой бум автоматизации в связи с тем, что контекстные системы выпускают версии API для работы с этими контекстными системами. Сервисов очень много, но основные сервисы – это Searchberry, SEO-Pult, API Shops, ну и Ilama также входят в этот ряд. Какой-то общий принцип выделяет? И в чем особенность этих сервисов? Ну, особенность как раз в том, что можно много операций, которые надо делать руками, больше руками не делать, а отдать все это на управление какой-то системы. Упрощение себе жизни, упрощение работы с контекстной рекламой. Спасибо. Да, спасибо вам.